Ну и сон приснился, пипец. Стоп. Где я? Это же не мой дом, подождите-ка. Так это был сон? Или... Походу... Я проспал больше, чем требуется. Точнее, переспал. Блин, так башка болит. А, так это все-таки сон был или нет? Как я здесь оказался? Нет, это все происходит наяву. Черт. Так головой ударился или что? Блин. Я думал то, что этот кошмар закончится. Думал то, что это плохой сон. Проснусь, и новая жизнь у меня будет. Оказывается, нет. Что-то я есть хочу уже. И почему ночь? Я же проспал уже, наверное, 3 дня где-то. 3 суток это уже, не знаю. Это больше нормы, конечно же. Сидеть здесь не вариант. Надо искать еду, провизию, всякую, патроны. Какие патроны? У меня даже оружия нет нормального. Так, где мои все вещи? Вот, сковорода. Зажигалка зачем мне, не знаю. Вот. У меня есть бекончик, в принципе. Потом одежда и освещение. Так, ну, в принципе, сейчас оденусь. Вот. Только шлем на время сниму. А то душно в нем как-то. Так, бекончик сейчас похаваю. А, какой вкусный бекончик. Удивительно, как он сохранился. Скорее всего, до начала этого апокалипсиса его успели еще приготовить. Я так пошутил, типа. Так, ладно, в принципе. А стоп, я же вспомнил. Я же провалился в пол. И выброс не вариант. Сейчас попробую здесь тогда. Так. Твою мать. Нет. Не-не-не-не-не-не-не. Пошли нахер. Туда я даже не собираюсь лезть. Потому что меня загрызут нахер. Черт, как же стрёмно в этом мире. Серьезно. До чего мир докатился? Отлично, я стал заложником собственного дома. Помещения, точнее. Черт, надо искать выход отсюда. Не знаю даже. Стоп. Я не замечал этой лестницы раньше. Может быть, я плохо смотрел ванную? По-моему, это... Да, это лестница на 3-й этаж. Повезло. Так, собираю шмотки. Надо валить отсюда. В принципе, дом я посмотрел. Здесь ничего интересного нет уже. Здесь я все посмотрел. Ну да, в принципе, здесь делать больше мне нечего. Пойду тогда осмотрюсь, что изменилось за то время, как меня не было. Я отсутствовал. Так, в принципе, что я заметил сразу же. Это ходячих увеличилось вдвое. Потом что? Какие-то они странные стали. Твою мать, они что, мутируют еще? Только этого мне не хватало. Раньше в основном какие-то гнилые ходили, сейчас уже какие-то голубо-зеленые ходят. Блин, стрёмно все это. Так, в принципе, вот это здание правительства, по-моему. Не знаю, даже администрация или что это. Мой дом уже там зарос. Непонятно, какой херней. Вот это вот я не знаю, что. Ну, я вижу, отсюда там закрыто. Вот это на магазин похоже. И, в принципе, если мне по стелсу пройти вдоль забора, свернуть на ту улицу, пройти через поле и зайти в тот дом. По-моему, там он... Чёрт, только этого мне не хватало. Придется одевать шлем. Ты сейчас промокну еще нахер. Так, ну спуститься отсюда вариант. Вот, по козырьку. И потом по дереву. Самое главное, не упасть. То мне пипец просто будет. Так, они меня увидели. Черт, какие они стрёмные. На меня так пристально еще никто не смотрел.
Попробую, наверное, я на монумент на этот заскочить. Сейчас. Так, поприседаю, разомнусь. Фух, главное не свалиться. Черт. Повезло мне все-таки. Какие же они стрёмные. Так, они собрались в одну кучу. Фух, нихера их как много. Спускаться сюда только один вариант. Прыгать на ту кровать. Черт! Мимо кровати прыгнул. Ай, твою мать. Твою мать, черт. Отойди. Нахер пошли все. Черт. А-а-а, как же больно, скотины. Так, так. Черт, надо поворачивать сюда в переулок. Фух, вот он, этот дом. Это здание, точнее. Так, здесь я смогу свернуть, надеюсь. Да, здесь выкопано. Так, 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 так. Черт, возьму биту. Так, зайду, закрой дверь за собой. Фух. Он прошел, черт, на, получай, засранец. Черт, я дверь не закрыл. Твою мать. Да нате вы, получайте, блядь. Все. Так, по-моему, слышны шорохи какие-то. Я здесь не все зачистил. Только одну вторую дома. Дом такой. Так, они, по-моему, на меня смотрят. Они, по-моему, не знаю, слепые, вот, дальше 10 метров не видят. Там за дверью тоже есть какой-то. Так, походу, это семейка какая-то была. Причем богатая семейка. Так, их тут двое, больше никого нету. Ну, я их быстро сниму сейчас. Хотя нет, вот третий на подходе тут. Черт, он даже не агрится, все. Задача справился. Так, по-моему, здесь две комнаты. Одна комната. Здесь холл, гостиная, зал. Здесь я не проверял еще ничего. Так, попробую, посмотрю здесь что. Здесь спокойно. Здесь спальня тоже тихо. Здесь что? Шкаф. Так. А он пустой. Закрою его. Так, в принципе, здесь безопасно, кроме той двери. Там, потому что этот ходячий сидит. Иными словами. Так, здесь еще есть опасения. Схожу сюда, проверю. Там какая-то дверь, но... Блин. Не могу открыть, мешается. Да уж, во что превратился город? Ё-моё, а что будет дальше, когда электричество вырубится? Это же вообще прям тьма будет. Надо шлем, кстати, снять. Так, это что, ванная комната? Дальше смотрю. Лестница, и остается одна комната. Так. Ух ты, полезная комната. Здесь есть... Открытое пространство. И, господи, там кто-то с окна спрыгнул, разбился насмерть. Не повезло кому-то. Возможно, и повезло. Может быть, те твари съесть хотели. Радиоприемник! Черт, как же я рад. Попробую сейчас с кем-нибудь связаться. Здесь не нужен никому. Телевизоры старые стоят. Так, а там что? Шкаф. Пустой. Так, сейчас попробуем настроить радиоволну. Так, сейчас, подождите. Черт. Ну уже. Ответит мне кто-нибудь или нет? Так, если повезет, то получится связаться с кем-то. Сейчас попробую. Прием. У микрофона выживший. Авиан, как слышно? Прием. Ответьте кто-нибудь. Прием. Черт, плохой сигнал. Внимание, всем выжившим, переключитесь на третью частоту. Внимание, мы будем бомбить все регионы, сейчас переключусь, из которых не будет исходить. Черт, сигнал. Кто-то все-таки есть. Чтобы его подать, так. Вам нужно все, переключился, как слышно. Или же сигналил ракету. Если у вас таких не имеется, то придется вам умереть. По-другому никак. Заряжение распространяется очень быстро. Всем запереться в домах надежно.
найти убежище, запастись провизией и сидеть там до последнего. Мы постараемся эвакуировать тех, кто у нас. Черт, сигнал пропал. Видимо, связь оборвалась. Так, черт, они сказали то, что не могу поверить. А если бы я не дошел до этого дома? Да чё, меня бы нахер тут разорвало. Они, получается, хотели с помощью вертолета, я не знаю, чего там еще у них есть, полностью этот город разнести. Да ладно. Они не задумались о последствиях? Вдруг здесь какие-то выжившие есть? Не знаю даже, что мне делать. Он сказал, посиди пока, подумай что-нибудь, порешай. А дальше прояснится ситуация. Но мне, в принципе, нужно будет сейчас осмотреться, где я точно нахожусь. Потом связаться, еще раз попробовать. И уже точно, подробно рассказать, где я нахожусь. Так, я, в принципе, уже отдохнул. Пойду, не знаю, что ли, займусь чем-нибудь. Кстати, нужно прикончить это создание, которое сидит. Так, выходи, давай. Черт. На. На, получай. Все. А что здесь, кстати? Хранилище какое-то. Но здесь тоже все пустое. Коробки одни стоят. Эх, придется переждать. Кстати, я не проверил, что там в этих... В духовке что-нибудь есть? Сырая говядина. У нее, походу, уже срок годности истек. Она какая-то странная. Так, а здесь что-нибудь есть? Кухонный нож? Пригодится. Все, мне пригодится. Жарковато в этой куртке, я пока сниму ее. Да и штаны вот сниму тоже. Потому что это не вариант. Так, в принципе, что? Здание зачистил. Тут более-менее безопасно. Посижу здесь денек-два. Потом схожу на разведку. Раздобуду провизии. И пересвяжусь с этим. Как там его? Я не знаю, он даже не представился. В принципе, до этого времени нету. Ладно, пойду, наверное, сейчас посижу, отдохну. И, в принципе, уже ситуация прояснится дальше.